Копаем на тебя. Ва-ва-вау! Если будет у нас, к примеру, завещался лицо. А это что за дырка? Нет! Ох, крипер сейчас. Ну это просто 29-я часть. Ага, где тут уже вторая дырка? Куда мы заходили? Это было. А это что это? Нет, нет. Вот это жесть. Я сейчас. Вот тебе. Шаг, ты не испугался. Ну. Где тут уже криптонитовый? Ха-ха-ха, курочка. Спасибо тебе. А это что это за конструкция какая-то? Попробуем его. Вот так вот. Гест 763, ган 763, килл 1040, джебан, диматин, один штука. Одна штука, а не один. Если вот поставим, например... Ха-ха-ха. Ah!
на деревню нашу его отпустили демонитом. Ахаха. Где это было? Я. Это было же. Ну так, продолжаем. А какой-то супер гипер, какой-то деревня, какого-то на криптовитовых деревнях найдено. А я действительно нашел, что тут деревня, как уж можно травы семена пшеницы добыть. У меня только ничего, уже надо рвать цветы, наверное. А точно. Надо охранять на деревне. Обычно мог уже действительно попасть, чтобы снаружи крипер мог. Действительно. Но это будет следующее. Не падай! Не падай! Не падай! Ну! Так стоп, крипер нас всех. Это просто деревенских прелюдий. А дальше у нас супер эпичная. Супер бонусная. А теперь бонусная. Это, конечно же, Эндерман. Эндерман, это, кстати, это лучший день, действительно, где тут Эндерман? Надо делать Эндерман-гроб. Вот. Сейчас как засмеюсь. Одна генерация не подойдет. Но сейчас. Не убивай.
Вот тебе еда. Ну, вот так вот. Ладно, заканчиваю. Всем удачи!